Сегодня я приготовлю абрикосово-апельсиновый джем. Джем по этому рецепту получается очень красивым, очень ароматным и очень вкусным. И готовится такой джем легко и просто. Ну что ж, начнем готовить! Для начала подготовлю абрикосы. Я их хорошенько помыла под холодной проточной водой, обсушила от лишней влаги. Нам понадобится 1 кг абрикосов уже без косточки. Так что берите абрикосы с небольшим запасом. Нужно взять кастрюлю с толстым дном. У абрикосов нужно удалить косточки и нарезать абрикосы на небольшие кусочки. Абрикосы я подготовила, я их пока отставила, а сейчас займусь апельсинами. Апельсины я хорошенько помыла кухонной губкой под холодной проточной водой, вытерла их от лишней влаги. И теперь апельсины заливаю крутым кипятком и оставляю в таком виде на 3 минуты. Апельсины я достала из кипятка, вытерла их от лишней влаги, и теперь с них нужно снять цедру. Только стараемся не задевать белую прослойку, которая находится под цедрой, так как джем потом будет горчить. Натирать цедру я сразу же буду к абрикосам. Апельсиновая цедра готова. Теперь апельсины нужно очистить от кожуры. У апельсинов удаляю косточки, удаляю вот эту вот белую пленочку, а мякоть отправляю к абрикосам. В полученную массу добавляю лимонный сок, сахар и все перемешиваю. Кастрюлю с полученной массой отправляю на плиту. Массу нужно закипятить, и с момента закипания массу проварю на среднем огне, периодически помешивая 15 минут. Массу я проварила. Еще горячую массу нужно перебить погружным блендером до однородного состояния. Массу я перебила блендером, аромат стоит просто обалденный. И теперь ее снова отправляю на плиту. С момента закипания проварю на среднем огне, периодически помешивая еще 15 минут. Джем у меня уже готов. Я заранее подготовила баночки с крышечками, я их простерилизовала. И еще кипящий джем разливаю в подготовленные баночки и закрываю закаточными крышками. Весь джем я закрыла в баночки. Баночки я перевернула крышечками вниз. Баночки с джемом укутываю в полотенце, одеяло и оставляю в таком виде до полного остывания. Абрикосово-апельсиновый джем готов. Из указанных ингредиентов у меня получилось 3 пол-литровые баночки. Джем по этому рецепту получается очень красивым. Посмотрите, какой он густой. Со временем джем станет еще гуще. Джем очень ароматный, вкусный, свежий. Абрикос просто чудесно сочетается с апельсином. Этот джем у меня стоял в холодильнике. Посмотрите, какой он густой. И я вам сейчас покажу, как джем намазывается на хлебушек. Вот такой получается чудесный джем.
А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления джема, и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!